История одного коня, чья жизнь поначалу была прекрасной. У него была любящая хозяйка, которая ухаживала за ним и занималась на нем. Конь был великолепным. Он хорошо прыгал, был хорош в конкуре. Также он не только высоко прыгал, но и хорош был в выездке. В общем, лучший конь на конюшне. Хозяйка его очень любила, и он тоже. Ее отец был владельцем конюшни. Все поначалу было хорошо. Конь жил отлично. Его хорошо кормили. Но однажды отец наездницы купил ей нового коня, конкурного. И она тут же влюбилась в него. Он стал ее любимчиком. А прошлый конь, который ее так сильно любил, стал для нее ничем. Она забыла про него. Того коня, которого ей купили, был хорош, высоко прыгал и занимал первые места на соревнованиях. Она любила его. И конь не мог смотреть на все это. Он весь исхудал, потому что его перестали кормить, про него забыли. И однажды владелец конюшни решил убрать его, ведь на нем уже никто не тренировался. И его увезли в другое место. Поначалу ему было страшно. Рядом с ним был конь. Он был слепой и ничего не видел. Становилось еще страшнее. Но потом конь понял, что он на бойне. Старого коня везли на бойню, кому он нужен, и его повели. Он лег и видел яркий свет, и больше он ничего не увидел. В жизни он пережил много.